Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о таком виде щелкунов, как щелкун обыкновенный. Каждый щелкун умеет перепрыгивать, когда они перевернуты. Вот так, как было показано. Они похожи на тараканов, только с жесткими крыльями. Они переворачиваются с помощью шеи. Щелкуны находятся в семействе щелкунов. В отряде жесткокрылых. В подклассе крылатых насекомых, в классе насекомых, в типе трахеодышащих, в типе членистоногих, в на типе членистых, и в царстве животных, в домене эукариот. Их можно встретить повсеместно, кроме Антарктиды и других стран. В Гренландии их тоже не водится. В Турции их нет. В Бразилии очень много щелкунов. Только нет обычного щелкуна. Они могут перепрыгивать себя, если это для их жизни важно. Он очень хочет взлететь, но не сможет. Это же детеныш. Щелкуны очень необычные насекомые. Из-за того, что это единственные, которые могут перепрыгивать самого себя. Пока, зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители.